Всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, и мы продолжаем проходить Metro Last Light. В прошлой серии нас предал Павел, скотина такая, да? Что, давайте, продолжаем. Пошёл! Отставить! Это у нас так. Я тебе сейчас хребет сломаю. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. А для тебя очень-очень плохо, поверь мне. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. Сейчас будете меня допрашивать. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Хера, уступал для один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовимся. У нас ты сила. Губу закатай. Мы нашли с мельником. Д6-то. Смотри, сейчас вот я тебе сломаю что-нибудь. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Брат, я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? А вот так этот пидор. Это Артем. Доверенное лицо мельника. Они вместе нашли Д6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Я сейчас кому-то ебальник сломаю. Сломали мне, твари. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу. Меня кровь херачит. Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались наставить все эти ваши сыны. Я сейчас вам обоим сломаю кое-что. Пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На! Нихера ты, блин. Молчишь? Старый хрен, а, блин. Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты, стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Ох, нихера вас тут, я только сейчас заметил. Я не был прав. Зачем?
Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Твари, блин. Так, это чё? Ага, мы когда черного бежали, вот. Зачем вы вышли-то так, а? Сожрут сейчас вас. Кажется, понял. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Спасибо, пацан. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Нет. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Момент, ну, который нам показали. Удачи. Да, да, тебе тоже удачи. А мне вдвойне. Показали момент, я так думаю, это получается... Показали момент... Что-то мазню какую-то, блин, словами делаю. В общем, показали момент, из чего вообще связь с черными произошла. Получается, с самого детства у него связь с черными. А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И Полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, и я, и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, генсек... Вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты... Ну, блин. Он навязывает. Знаете, войну. Товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Ну, вот, суки. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь. А, блин. Не успел послушать. Что у нас, красная линия? Теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции?
пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Ну да, надо опередить его. Только тихо. Тихо. Касочка дырявая. Все мои пушечки, да? Так, нормас. Это что у нас? Не, у меня нет лучше. Собираем все, что можно. Так, всякие вещи. Еще вещи. Тут я возьму, пожалуй. Так, ну все, пойдем. Что тут я? Да не ссылай. В инструкции сказано, красный провод. Угловой выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, в штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб ещё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго ещё? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще 100 лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Так, тут закрыто, да? Пойдем вниз. Калашик бы не помешало взять. Второй пост, ответьте, второй пост. Ну сколько можно, то им обход, то им на месте сидеть. Все. Второй пост, ответьте, второй пост. Да нету никого. Так, а где сейф? Так, магнитолу включать. Второй пост, Коля, где ты там шляешься? Фильтр, опа. Второй пост, ответьте. Коля, твою мать! Где ты там? Имей в виду, я тебя покрывать не буду. Нету никого, покрывать уже не надо никого. Так, это что у нас? Тут у нас все. А, нет, документик. Надо почитать. Революция. Одно теперь ясно на 100%. Красная линия готовится к войне. Не делая громких заявлений и, в отличие от Рейха, без истерик. Красные планомерно собирают самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления. Кажется мне куда более угрожающей, чем громогласно речи, брыжущей слюной фюрера. Так, ну понятно. А, это балалайка. Все, пойдем, короче. Ого, голос тут. Так, давай вот это. Это что тут за балага? Кто объект патрулировать будет? Я? Все. Ну-ка, все быстро по маршрутам. Есть. Иван, стой. Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть террористы занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. Нихера, это что не строит? Бегом! Есть! Бронепоезд? Хера. Магют. Отдыхай. Так, где это все? Сеня, ты оружие новое получил?
Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Оставь бумажки. Скажи, что если к вечеру оружие не заменят, оба в карцере песни петь будете. Так. Противник близко! Внимание! Противник рядом! Сдохните, тварь. Хера вы там стрелять. Ой, голдой стреляю. Ты что, дурак, что ли? Потери! У нас потери! Все, ублюдок перегревается, твою мать. Перегрелся. Жопы на перед смертью потряс. Да нафига ты эту голду заряжаешь? Не надо, блин. Револьвер, много патрона, давай его. Ой, ёптить, дебил. Давай. Пулечки. Еще кто-то ходит. Товарищи, у нас потери. Отомстим. У нас потери. Все. Все сдохли. Ух, нихера ему припечатал. В головеньку. Так, тут что у нас интересненького? Шарики. Шарики. Так. А тут нихера. Ой, ёб твою мать, обосрался. Хотел прицелиться, но на нем же целиться нельзя. Отметаем всех чуваков. Калашку нам дать пока не будем. Зачепись. Так, тут эти выходили. Ну, книжка. Метро 2035. Давай, залази. Ага. Пойдем. Внимание, Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника. Затем... Эй! Это все? Привет. С коллиматором уже. Ну вот с коллиматором я уже... Калашек возьму. Так, ребята, давайте, что у вас тут есть интересного, пошмонать, блин. Смотри, они тут всякие, блин, тарантайки, блин, делают бронепоезд, строят. Они реально тут решительно настроились-то. Так, опа, ящичек, залезь. Дробь. Дробишка тоже нормально. Так, еще патрошки. Это закрыто. О, с глушителем тема. Беру однозначно. Так, ну все, так, тут что у нас? Тут что у нас? Тут заперто. Я тогда в
госпитале был. Кто-то есть. Остался. А что было-то? Ты что, застава на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думают? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Но куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или ганзовские командос, или спецназ полиса. И крупный отряд, человек 30. Иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпиона какого-то через кузню на фронт переправлял. Под дрезиной. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно, больно сложно получается. Там мы ж были. Дело прошлое, вышло же как-то. Посты с тех пор утроили, кстати. Давай-ка и ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, гляну. Все равно заняться нечем. Ну вот и поговорили. Ёпсусь, что с тобой было-то? Кто здесь? Нихера, это шо у тебя жопа такая? Внимание! Бронебойная жопа, блин. Нихера ты, блин, на турничке жопу накачал. Да, пианист Артём никакой. Опа. Кораблик утонул. СОС на помощь. Ёбана в рот. Ага. Это просто прикол. Хуя себе, бля. Ключ от сейфа. А где сам сейф? Так, давайте почитаем. Генеральный секретарь Красной Армии Москвин, видимо, мало что решает. Создается впечатление, что он и сам, заложник Корбута. Одной рукой этот серый кардинал держит за жабры номинального руководителя Красной Линии, а другой двигает шахматные фигуры сразу по всей игровой доске, в которую он превратился в метро. Но почему могущественный генсек, который может запросто отправить генерала в отставку, а то и расстрелять, терпит его дерзость и уступает его требованиям? В чем сила Корбута? Может, в знании? Ничего, надо просто нагнать Павла, и он все мне расскажет. Посмотрим, как он будет петь свои песни про равенство и братство, про справедливое государство для всех. Предатель. Ну да. Так, тут мы обыскали, тут обыскали. Тут обыскали. Ага. Так, ну в принципе-то все. Место для курения. Блять. Ладно, пойдем. Опа. Блять, уже все забито. Все забито уже. Открывай. Угу. Куда вышли? Так, пульки золотые. Фонарик подзарядить уже подсел так. Во, другое дело. Так, ты закрытый. Ладно, пойдем дальше. Нифига не тут. Поезд какой мощный настроит. Вообще жопа. Ладно, пойдем.
кто-то. Газ пустили, твари. Мужики, кидаю бойцу на батарею! Короче, ловите гранаты. Ёбаный дурак! Потно, блин. Чё, блин, тут... О, фильтр выпал. Так, давай ништяки теперь все собираем. Тут заперто ключик от сейфа, а где сам сейф? Сейф. Нахера? Чё я облутал? Норм, да? Смотрите, вообще кайф. А детку вообще заебись. Так. Чё вы в таких позах все лежите? То раком, то с раком, то ещё как-нибудь. Ну, эти вообще в обнимку спят. Мне больше противогаз не нужен. О, фильтр, фильтр, фильтр. Так. О, блин, 400 пулек уже. 400 пулек. Охереть. Бронированные чуваки, блин. Вчера посмотрели, блин. Какая броня жесткая у них. Так, опа. Что такое? Нычка. Спрятали. Тьфу. Это очень прикольная. Какая-то куда? Да. А вот и сейфик. 15 пулек всего. С увеличенным магазином. Ладно, давайте еще почитаем. Справедливость, равенство, мир. Москвин знает, но какие слабые точки давить? На какие слабые точки давить? Как это ни странно, они ведь правы. Если мы не успеем договориться, не прекратим грызть, не перебьем друг друга гораздо быстрее, чем это сделают любые монстры. Коммунисты, как и фашисты, используют найденные орденом бункер-хранилища как наживку. Простые люди верят им и попадаются на крючок. Лекарства и продукты для каждого. Но только изобилие это предполагается оплатить кровью, своей и чужой, чтобы у человечества было справедливое будущее. Еще одно поколение должно отказаться от настоящего. Пидорасы. Пидорасы. Так, подожди, а как вообще, куда идти-то? Что делать? И? Так, ну тогда они оттуда вышли. Фонарик-то выключи. Хорош. Ебать еще. Блять. Вот они слазят за покочку.
патронов до хера. Ну, я думал, вот вышли, блин, твари. Чёрт, я тебе дам сейчас харю. Мрази. Кто-то упал слева, увидели? Я что, это убил, что ли? Херовая магия. Расстрелял. Давай. Лови. Лови. Телефон, извиняюсь, ребят. Да сдохни ты, господи, на тебе прям. Блять, на тебе еще. Хера ты живучий. Не говори, ё-моё. Так. Так, ребят, надо заканчивать уже. Сейчас давайте быстренько пробежимся. Вот, картишки доиграли. Быстро сейчас собираем. Надо уже заканчивать. Надо заканчивать. Да заткнись, а ты уже, господи. Давайте почитаем. Я должен найти следы последнего выжившего черного. Орден требует, чтобы я уничтожил. Я его уничтожил. Вот мое задание. Убить его так же, как я убил всех его сородичей. Мне запрещено обдумывать приказ. У меня нет права на сомнение. Но после всего, что я исполнил под воздействием сыроватки Корбута, не знаю, хочу ли я выполнять приказ. Не надо. Так. Опа. Ульки. Уже пятихаточка, понимаете? Целая пятихаточка. Так. Ты заткнись, а там надо найти ящичек. Так, это, понимаю, выход, да? Мишка. Да, херена решетка. Мне б такую. Чё, матрешка, что ли? Дайте мои пульки. Так. Забубахали матрешку. Да господи. Надо, ребят, заканчивать. Так, подожди, вон она что. Залезь. Так, дальше. Хера я как-то запрыгнул тут. Так, максимум все. А вот и сейфик. Ого, ё, 521. Боже мой. О, уже с лазерным этим. Кайф. Так, патрончики. Так, короче, прыгаем. И идем на выход. Давай, чё? Ладно, пойдем. Так. Давайте на этом, ребят, заканчивать. С вами был Лёха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого!